У меня дома две ласки, но большую часть времени я уделяю именно Лила. С Евой мы тоже очень хорошо дружим и общаемся, но с Лилой намного прочнее связь. Лила мне ближе, потому что целыми днями я ее выхаживала и лечила. И она выбрала меня в качестве своего хозяина и принимает и любит теперь только одну меня. Поэтому, приходя домой, я очень люблю проводить с ней время. Но про Еву я тоже никогда не забываю и люблю одинаково этих малышек. Подписывайся на другие соцсети, там много интересного об этих животных.